Всем привет, зрителям моего канала. Сегодня такой вот будет репортаж о нашем Дунае. Вот так вот он разлился. То есть тут это яма и поле, трава. Тут я раньше спускался, и Дунай начинается вон там, где деревья. Вот эти вот деревья, там только начинается Дунай. Вот тут его так разлился. Ну, теперь пойдем посмотрим, что там происходит. А так хочу еще сказать некоторых вопросов, почему мой канал называется так, Danub Fishing Channel. Ну, могу сразу сказать, Danub — это Дунай. Ну, фишинг, все знают, что такое фишинг, рыбалка, типа того. Ну и канал, это и есть канал. Поэтому перевести это дунайский, то есть рыбалка на Дунай, типа того. Дунайский канал рыбалки, если так перевести. Тут все закрыто. Обычно вот так вот можно пройти. Это все поле, просто сейчас все залило. На днях, в середине января, очень много снега выпало, а теперь потепление и дожди. 2-3 дня прошли сильные. И вот что происходит, Дунай разлился весь. Обычно тут скамейка стоит, а вон она, видно. Вон там скамеечка. Иногда тут рыбачу летом. Есть такой ролик, где я тут рыбачу, и на X120 хорошо разловил свой воблер от Bear King копия на Megabass X120. Можете посмотреть, как выглядит Дунай на самом деле. Сейчас все залило. Вот так вот все выглядит. Вон там далеко, не знаю, камера это достанет, нет. Выглядит как большое озеро. Это все поле, где я на работу ездил на велике. Сейчас там, к сожалению, не проехать. Ну, сейчас зима, много снега, не ездил. Но весной начну снова ездить 10 километров на работу и назад на велике. Чуть спортом заниматься. После этой короны, блин, все дома сидят. Ничем не занимается. Вот жду весны. Наконец-то себе велик купил новый, но не могу его забрать, так как у нас локдаун. И всегда продлевает, неизвестно. Не могу забрать себе свой новый велик. Если так дальше будет, то откажусь от велика и закажу себе онлайн. Вот так вот. Вот с одной стороны столько снега у нас лежит. Снег еще не весь растаял. Если так дальше будет продолжаться, обещают всю неделю еще дожди, тогда вообще еще поднимется вода намного. На самом деле на этом месте Дунай не так уж и широкий. Вот где деревья, вот видно, что это такой узкий Дунай. Но его разлило вот так вот в ширину. Обычно тут ручей, но его сейчас не видно. Все под водой. Что плюс в такую погоду, это рыба меняет свой ревир. Особенно хищник после вот такого залива меняет места. Вон бревно поплыло. Новая рыба приходит в таких заливах, ищет свои места новые. Все закрыли, нельзя переходить мост, потому что там тоже вода. И бафлютунг.
залив. Тут тоже можно под мостом проходить, но все залито сейчас. Ох, как бушует. Страшно. Сильно прет все. Только в сапогах, а то не пройти тут. Вода выливается. Обычно тут ступеньки стоят. Вон она. Видно, что все утопило. Так что вот так вот выглядит у нас сейчас водоем. Никаких приманок мы не используем, то есть не будем тестовать. Смысла нету. Ждем до 15 февраля. Может что-то изменится и попробуем до запрета щуки. Ну а теперь я хочу передать привет большой, как я обещал, Виктору Граур. Тебе привет. Потом привет Сане. Рыбацкое счастье. Привет Роману. Тебе большой привет. Привет Игорю, привет Владу, привет Сергею от хорошего клёва, привет Алексею и остальным всем-всем моим подписчикам, друзьям, ну и конечно всем посетителям моего канала, всем привет. Так что вот такой вот у нас Дунай. Не порыбачишь, ничто не сделаешь, придется только ждать и надеяться до запрета еще выйти на рыбалочку. Всем до встречи, подписываемся, пока-пока.